Футболки 10 килограмм. Это у нас стоковые вещи. Первым у нас идет хлопковая футболка. Размер М указан. Следующая футболка у нас также размера М. Правда, почему-то эти размеры внешне отличаются. Размер Илька. Следующая футболка черного цвета. Размер СК. Да, СК. Также 100% хлопок. Часто попадаются вещи в упаковках, но в этом данном случае здесь, по-моему, только одна у нас. Размер Элька, это у нас также футболка была. Так, следующая футболка у нас, размер здесь указан СК. Еще одна футболка, здесь у нас размер Элька. Так, это у нас, скорее всего, да, СК. МК. Здесь у нас размер указан СК. Также СК. ЛК. Так, следующим у нас майка идет, размер ЛК. Размер XL. Илька. СК. Илька. Следующую футболку у нас размер М указан. СК. СК. Еще одна. МК. Размер 2XL. Очень большая такая футболка, объемная. Размер ЛК. ЛК. Еще одна ЛК. МК. МК. ЛК. СК. Женская футболка, размер СК. Размер XL. СК. Еще одна СК. ЛК. Размер ЛК следующим у нас идет. Следующую футболку у нас размер ЛК указан. МК. Также МК. СК. МК. Размер XL. Это достаточно яркая футболка. СК. СК. Здесь у нас размер показан как XL. МК. XL. Элька. Футболка пола достаточно большого размера. 3XL указан у нас здесь. СК. МК. Элька. Также Элька. Следующая футболка у нас, скорее всего, XL. Здесь размер не прочитать. XL. LK. Так, XL.
М-ка. Прям какие-то все жизнерадостные футболки тут. М-ка. М-ка. Размер 2XL. Достаточно большая футболка, кстати, размер М-ка. Элька. Размер XL. Неужели белая футболка попалась? Размер М-ка. Элька. СК. И последний футбол, который у нас идет в этом мешке, это вот размер L-ка. Также напоминаю, что у нас все футболки были из хлопка. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментарии. На этом все.